Всем привет, друзья! Вы на канале Виконство. Огромные всплески бурю эмоций вызвали предыдущие мои видео о Донецке, которые набрали более 150 тысяч просмотров, свыше 3000 комментариев буквально за 10 дней. Огромное вам спасибо, и прямо сейчас же поставь палец вверх, поддержи меня. В конце этого видео напиши абсолютно любой комментарий, а также делись этим видео в соцсетях. Ну а сегодня я расскажу, какие у нас зарплаты, какая стоимость коммуналки, а также цены в городе Донецке. Ну что, поехали? Первая рубрика у нас — это жилищно-коммунальные услуги. Электроэнергия 62 копейки до 150 киловатт. Вода из стоки 11 рублей за 1 кубометр. ТБО 18,7 рублей за одного человека. Квартплата 3 рубля 84 копейки за 1 метр квадратный. Газ 2,20 за 1 куб. Горячая вода 35 рублей 16 копеек за 1 куб. Отопление 6 рублей 96 копеек за 1 квадратный метр. В среднем оплата однокомнатной квартиры в городе Донецке выходит около 600-700 рублей в месяц. Следующая рубрика у нас — цены. Прошелся я по обычным магазинам, и сейчас на ваших экранах вы сами все увидите. Проезд в городском транспорте составляет 3 рубля. Троллейбусы, автобусы — везде 3 рубля. Маршрутки, маршрутные такси по городу 10-11 рублей в зависимости от поездки. Стоимость интернета домашнего составляет, вы сейчас тоже увидите на своих экранах,
И мобильный интернет. Стоимость 1 гигабайта 50 рублей и стоимость 5 гигабайт, соответственно, 100 рублей. Следующая рубрика у нас зарплаты. Средняя зарплата по Донецку равняется около 80 тысяч рублей. 65% предлагают заработные платы от 4 до 8 тысяч рублей. Остальные от 8 тысяч рублей, соответственно, 35%. Наиболее высокая хорошая зарплата это у госслужащих и работников силовых структур от 15 тысяч и выше. Кто-то лепит тесто, кто-то идет покупает фарш в магазине, а вместе все ребята мы едим пельмени. Вот такая вот ситуация происходит абсолютно в любой стране, в любом городе, будто Россия, Украина, Беларусь. Да, как бы странно это ни звучало, но таковы реальности жизни. Кто-то получает 17 тысяч рублей, кто-то получает 4 тысячи рублей. В среднем будет доход равняться 10,5 тысяч рублей. Так и высчитывается средняя зарплата абсолютно в любом городе, в любой стране. Потребности людей разные, и реальный доход человека зависит прежде всего от него. Хочется всегда жить лучше, и если верить, то обязательно это произойдет, чего вам и желаю я. Теперь заключительная часть видео. Давайте сравним Россию, Украину и Беларусь и сам город Донецк по средней заработной плате. Вычтем реальные коммунальные услуги, которые человек обязан просто заплатить в течение месяца, и у нас получится реальный доход человека за один месяц. Теперь на оставшуюся сумму мы просто купим банально курицу. Как бы странно это ни звучало, но я решил, что предпочтение сделать на курице. И на своих экранах вы можете увидеть, сколько реально можно купить килограмм курицы за один месяц при средней зарплате. Да, вы скажете, средняя зарплата, это неправильно, ты неправильно считаешь. Но я решил еще взять минимальные зарплаты в тех же регионах. И мы вычтем то же самое, проделаем те же самые операции. И в итоге у нас получится вот такая вот замечательная, интересная табличка, где город Донецк выходит на первое место, так как у нас довольно-таки маленькие цены на коммунальные услуги. Вот такие интересные результаты получились в конце нашего видео. Ты знаешь, что делать? Пиши обязательно комментарий под этим видео. С вами был Виконство. Всем мира и удачи. Пока-пока.